Остались без памятников. В Оренбургской области сотням ветеранов Великой Отечественной войны не установлены надгробия. Родственники умерших инициировали проверки, ведь средства из военного комиссарианта были выделены, но куда они были направлены? Сейчас это выясняют в Ленинском районном суде. К слову, одному из предприимчивых участников цепочки уже назначили наказание. Ирина Сорокина работает в Оренбургском военкомате Новотроицкого района, проходит по делу как свидетель. Рассказывает, что уже давно Александр Нестеров, подсудимый, был под подозрением, как и его товарищ. В тот момент, когда я работала, приходили люди, писали заявления, обращались и приносили документы. Мы отправляли их в военный комиссариат Оренбургской области. С конца 2011 года их начало забирать вот это. Но доказательств того, что мужчина виновен, не было. Однако в военный комиссариат начали поступать жалобы от заказчиков надгробий. Оказалось, что несколько сотен памятников ветеранам войны, которые по закону должны были быть установлены бесплатно, просто нет. Сейчас идет судебная проверка. Стоит отметить, что в деле было два человека. Одного из них уже осудили, Константину Жилнову, который тоже работал в центре социального обслуживания военного комиссариата. Дали 4 года условно. Какое наказание понесет его компаньон Александр Нестеров, будет решать судья. Окончание дела, по прогнозам адвоката подсудимого, будет не раньше, чем через полгода.